Всем привет! Для нормальных пацанов нормальная информация. Те, кто собрался ехать и выбирает, как ехать поездом, автобусом, либо блаблакаром, либо, может, пешком или попутками, говорю свой опыт. Не едьте автобусом. Мы ехали автобусом, это было ужасно. Во-первых, водители очень грубые. Когда я попросил выключить русский паршивый сериал, который бил мне по голове, давил на нервы, они отказались. Плюс едет целый автобус «Буратин», который смотрит эти гребаные сериалы. Боже, у меня чуть не взорвалась башка, ребята. Конечно же, если вы из числа этих «Буратин», то, пожалуйста, едьте и смотрите свои русские сериалы. Но если вы нормальный человек, то вам будет очень крайне комфортно ехать, слушая, даже если в наушниках вас над головой орет это русское. Ну, боже, это такой трэш! Не едьте автобусом. Плюс едет очень долго. Мы ехали 24 часа примерно, 8 часов на границе, пока пересекли границу. Единственный плюс, что не проверяли, не тормошили сумки, не вытрушивали ничего, но всех как стадо. Вы садились с автобуса, по очереди пропустили, по штампику влепили и всех как стадо загнали в автобус. Вот. В следующий раз, я думаю, буду ехать блаблакаром, либо поездом. Минус поезда то, что он едет только до Премышля, но можно в другой рейс, и это как бы дорого. Плюс автобуса, в данном случае, то, что мы за 700 гривен доехали до самого Вроцлава. Вот так вот. Больше плюсов нет. На этом все. Ждите новых видосов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И говорите, о чем снимать, потому что у меня много тем, много информации важной. Давай, па-па.